надо было это. А не отпускать, я что-то отпустил что-то. Ну ладно, побежали. Ну, сюда подойди. Что-то все время здесь проходим тут, знаете, в первый раз. Такая херь получилась. Осколок титанита, спасибо. Титанит очень важен для всех. На этот раз главное с ним не поговорить. А то опять отнесет куда-то. Последствия. Не, здоровье быстро что-то ушло. Что-то как-то очень быстро ушло. Все, уже у нас осталось две банки, все лишь. Все, и ушли. Что-то у нас все эти ушли уже. Неаккуратно действовали. Очень сильно неаккуратно. Все, у нас нету уже этих. Так, ты у нас на этот раз можешь с тобой побеседовать? Да, можно. Вниз упала. Так, ну здесь я ничего сделать не смогу. Так, а какой смысл то, что я сюда пришел? Здесь закрыто. Я думал, тут какой-то проходик будет. Алло, а как спуститься, а? Что, нельзя, что ли? Я с тобой один раз уже беседовал, не хочу еще раз. Ну да, получается, бесполезное место. Место бесполезное. Что делать будем?
Подожди-ка, я еще не все осмотрел. Здесь. Есть еще места, которые нужно. Это у нас чё? Это у нас конюшня, да? Не, вон там конюшня. Здесь у нас другое что-то. Бьешь больно. Ну ладно, нам осталось чуть-чуть дойти. Шляпу нашли. Шляпа рабочего. Ну и чё? В чём смысл был? В чём был смысл? Путь на этот вниз я так и не нашел. Здесь у нас ничего такого нету. И как я понял, все же мы все обыскали. Эту башню мы обыскали. Там вон то место тоже обыскали. Ну, как вниз пройти, я так и не понял. Давай, проходи мимо, проходи. Я попробую сейчас в этот спуститься. Я сейчас попробую спуститься в канализацию. И в канализации там это... Я еще раз попробую в канализации пройти. Я же помню карту. Я смотрел карту там. По карте он, эта самая дверь должна выйти. Выйти туда, куда мне нужно. Заперто. Понятно. Блин, где найти ключ? Где найти ключ от этой двери? Потому что я искал, я ничего не нашел. Там тоже было заперто.
А, кстати, вы подождите. Ой, дебил. Да можешь не идти. Сейчас мы с тобой здесь бойню разыграем. Вот и все. Показывай, что у нас ты там найти-то можно. Че это такое? Кольцо с огненным камнем. Это интересно. Кольцо с огненным камнем. Возьми. Тоже полезная вещь. С этой стороны не открыть. Получается, с обратной стороны. Итого получается, что у нас только один проход есть. С той стороны. Со стороны канализации. Так, ладно. Я понял, что от нас требуется и где конкретно находится ключ от этой самой двери. Сначала, чтобы получить ключ, нам нужно в первую очередь найти там одну вещь. Вот здесь вот, недалеко. Нахрен, нахрен, иди от меня. Нахрен! Поднимайся! Не, блин, так просто здесь подниматься сложно будет. Ну ладно. С крысой потом разберемся. Я пока с ней боюсь сталкиваться. Пока я с ним боюсь. Так, что нам сказали? Нам сказали, где-то вот здесь нужно найти какую-то херь. Обменять эту херь на ключ. На пепель гробовщика называется. И этот самый мой пепель. Или не... Понял. Это я возвращаюсь назад, и там ничего нету. У нас это есть уже или нет? Я что-то не помню. Трансформируйтесь и слетитесь с крестностями. Не понял, что это значит, ну ладно. Ладно, у нас ее нет. Ничего себе ты. Не разрушай. Тебе же строить. Так, ладно, давайте продолжим пока.
здесь ничего? Ничего. Вон там что-то лежит, забыли. Я что-то в свое время прыгал. Не допрыгнул, короче, и бросил. Это наш союзник. Хорошо, что я сначала к нему пошел. Сейчас он по мне стрелять не будет. У нас мир с ним. Уголь. Молодая белая ветвь. Так, стрелять точнее. Нормуль. Знаете, отлетает просто. Просто берут, отлетает. По мне он не будет стрелять. Мы мир заключили. С белой березой. Я понял. Вот она, белая береза. Он эту березу охраняет. Не дает никому подойти. Нам нужно найти пепел гробовщика, чтобы обменять ключи. Что это было? Я тут с этим ничего не вижу. Синий деревянный щит, шляпа клирика, голубая мантия клирика, перчатка клирика. Понятно. Но то, что мне нужно, я не нашел. Так, ладно, здесь я ничего не нашел. Так, может ты... Вот он, пепел гробовщика. Все, его можно обменять и на то, что нам нужно. Так, вот он, пепел гробовщика. Служанка в храме создал с его помощью новые предметы. Все. Нашли. Блин, тут все копьями утыкано. Точно стреляет, да? Так, ну я там все нашел, да? Все, а если я сейчас туда дальше пойду, я уже вернусь. Ничего себе хитрить. Густок смолы. Ладно. Что у нас здесь? Это я уже к боссу иду, и это босс. Там босс будет. Которого я сейчас выполнять не желаю.
настроения нету. Да, вот она площадь. Вот она. Вот она, жирное большое. Но она мне пока не интересна, у нас есть другие дела. Потом пройдем. В следующей серии попробуем. Так, ладно, давай пойдем сохранимся. Здесь пройдем и сохранимся. Хотя, блин, а зачем здесь же? А какая разница, нам в любом случае нужно ключ получить. Нам для начала нужно ключ взять. Ключ знаете, где берется. Ключ берется в храме. Блин, я уже успел же. Так, восстановись. Здесь мы закончили. Подожди, а мы там все взяли? Блин, подвисло-то не вовремя, а. Меня эти подвисания уже немножечко раздражают. Ну ладно, главное дошли куда хотели. Куда хотели, мы дошли. Восстановили. Чего? Почему не... Все, молодец. Отправиться. Ну и так, храм огня теперь. Теперь нужно вниз спуститься. Нужно спуститься вниз и... вещь обменять. Так, кстати, подождите. 5900 нужно. Нужно 5900. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Передать пепел. Пепел гробовщика. А душу ты мне дашь заодно, а? Так, да, сначала продадим. Там 5900 нужно было. Пять 400, 5800. А ладно. Все. Ashen One, be sure to bring more souls. Так, а то на сколько получается? Подожди. Нужно 15, у меня 14, понятно. Одно не хватает все-таки.
давайте это продадим. Как бесполезную вещь. Так, теперь купить. Давай посмотрим, что у нее есть. Уголь есть. Не то, не то. Это я все я видел. Белый мелок. Тоже не то. Вот он, ключ от камеры в канализации поселения нежити. Подожди, в первую очередь здесь нужно. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch 1500 там требует. Take nourishment from these sovereignless souls. Так, физическая мощь. Так, и сейчас у меня сколько? Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Так, купить, продать сначала. Как раз хватит. И купите. Вот он, ключ от камеры в канализации. Все, купили. Так, теперь что еще можно купить? Выпускает стрелу душ. Выпускает дротик души. Небольшое восстановление здоровья. Кинжалик можно купить маленький. Короткий меч. Скимиатор. Алькабрадра. Посох чародея. Тоже полезные вещи. Талисман какой-то, факел. Щиты разные. Кольчужный шлем. Стрелы деревянные и болты. 5-10 соответственно. Так, с магией пока там проблемы, да? Ну окей, окей. Все, пошли. Отправиться. На обдвинутый шаттлый мост и там пойдем. Начнем с крысы. Крыса в первую очередь пойдет. Крыса в первую очередь. Мне нужно копнуть. Там, блин, очень много, правда, будет. Ну ладно. Их там будет очень достаточно. Можно, конечно, сначала с этими разобраться, с которой поменьше. Спуститься подальше и... Ладно, теперь самое главное. Подожди-ка. Все, наконец-то открыли. Тьфу ты, и все. Ты, оказывается, такая слабенькая была. Кольцо кровавого укуса. А я тебя боялся. Кольцо кровавого укуса где-то. Вот он. Увеличивает сопротивляемость кровотечению. А сколько? Одно из каримских колец укуса повышает сопротивляемость кровотечению.
Производство таких колец запрещено, возможно, из-за страха перед ковким камнем. Впрочем, клирики регулярно практикуются и в их ковке. Ковке. А у меня какие навыки? Поглощение от урона. Да лучше кровотечение. Здесь это больше встречается. И еще подожди. Кровотечение, проклятое, типа черепок. Яд, как типа дымок. И мороз, как звездочка. Понятно. Ну, все, давайте. Посмотрим. Набедренная повязка. У меня нету грехов, наверное. Красная альгабрадра. Ну-ка. Подожди, а я могу уже это. А нехрен там. Или не? Где-то красный. Вот она, красная алибадра. Расход ОК 11. У меня 12. Физический урон очень большой. Вес там тоже большой. Нагрузка 77, здесь 34, 77. Большой, короче. Ну? Понятно, скелетоны будут. Но скелетоны слабенькие, только 50. Понятно, уже двое. По несколько раз вы тоже не собираетесь, да? Ну ладно. Не собираетесь, не собираетесь. Зря это отпустил, зря. Блин. Ой. Еще выпей. Ладно. Разобрались мы с этой толпой этой. А почему ты, блин, ты сказал, ты какого хрена ты пинаешь-то их? Нет приказа пинать их, не было. Че ты их пинал-то? Я время просто терял. Из этого. Так, все получается. Я выхожу уже, да? Стой, подожди.
Блин. Так, вот тут два удара. Вот так. Хотя бы с тобой проблем не было. Ну а рассказывай, что у нас тут лежит-то? Осколок титанита лежит. Еще один осколок титанита. Спасибо. Это очень полезные вещи. На тот случай, если я захочу оружие поменять. У меня уже есть уже на примете одно оружие, если что. Уже есть одно. И ритальский меч хочу уже поставить. Ну-ка, ты Д. А, у тебя бонус характеристиков нету, да? Нужно посмотреть, что это значит все-таки. Ну то я бегаю с одним и тем же, и все. Не, при должном вкачивании его можно улучшить. Нужно руку качать. Дополнительные эффекты 55 с морозом идет. То есть 124 физического и 55 этого. Это в разы лучше будет. Так, а сколько там нам 12 титанита надо, чтобы это провернуть? Нам нужно 12 титанита. У нас сколько? У нас 7 еще. 2, 4. На 2 прокачки хватит. На 3 не хватает еще. Ну ладно, я вижу уже, что более-менее он уже что-то из себя представлять будет. Ут! Ничего! Тихо! Загнали в угол. Ничего себе их тут. Зашли мы тут, а? Ну ладно, я буду знать теперь. Так, тебя получается пропускаем, ты бесполезный. Вы бесполезны. Чего за... А куда оружие делось? Чего за нах? Что-то я не понял вот это вот юмора. Ни с того ни с сего он начал что-то. Ты что, издеваешься?
Их надо разбирать, пока они не взялись. Ничего себе! А в прошлый раз все сложнее было. В прошлый раз все где-то с молотом бегал один. Куда-то делся. Ну ладно, пускай бегают. Ладно, сейчас нужна главная задача взять эту. Какой-то талисман взяли. И поднялись. Потому что идите нахрен. Все, молодцы. Ух. Так, а вот и та дверь самая. Все. Прошли. Who is there? Someone there? Anyone? Да, есть тут я здесь, я. Please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Коснуться. Только попробуй что-то провернуть нехорошее. Oh, yes, there you are. Я тебе голову отрублю. Indeed. And I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. Нет, я пока еще нет. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Принять ее услуги. Oh, thank you, sweet. Посмотрим, что это будет. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Получается, и этому пилигриму нужно, получается, это в начале локации то же самое провезделать. А больше здесь ничего нету, да? Это все уже, это мы вышли. Большего вам мы здесь уже не сделаем. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Now you've gone and rescued the wench. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Ну ладно. Пошли, короче. Не хочу я с этими крысами воевать. Вот так вот. Ну-ка, давай сюда иди. Теперь твоя очередь. Ну-ка, цыть.
первого, так вот, второго так уже убили. Подожди, что было? Большой мачете. О, ты мне уже вроде дарил его. Ты мне его уже давал. Вот так вот. Тебя тоже убрали. Что у нас получается? Что у нас получается? От чего? Все получается, мы я все прошел. Осталось только на навык накопить. Так, ладно, помощника хлопнул. Вот так вот. Слабая ты бабка. Ты очень слабенькая бабка. Так, ну давайте тогда получается в следующей серии мы уже к боссу пойдем, да? Нужно 6200 душ. Ну это 3000 где-то. Придется накопить. И уже с пустыми душами мы попробуем уже босса одолеть. Будем качаться. Придется немножко покачаться. Чтобы эти сбросить. Молодцы. Так, все, пойдем сейчас сохранимся. Отсюда мы уже навыки будем качать. На остаток серии. И в следующую серию мы начнем с босса. Вот конкретно следующую серию с босса и начнем. А эту серию мы полностью с навыками разберемся. Сделаем так, чтобы у меня с душами. С душами у меня проблем не было. Шляпа рабочего, вы уже мне ее подарили. Ладно, давай. Вот так вот. Убили свое, помешало свое. От меня. Так. 6200. Осталось 2200. Не так уж много. Быстро наберем. За 10 минут вполне успеем. Здешними врагами. О, это было плохо.
кровотечение чуть-чуть маленькое вызвали. Давай, следующий. Да, ты, блин, почему ты так делаешь-то, а? Я эту атаку вообще не просил делать. Так, теперь твоя очередь. Ну, два ближе подойди. Следующий. Теперь бабка. Давай сюда лучше иди. Ну же, давай, подойди поближе. Не бойся. Ты же равный соперник, да? Ишь ты! Вот и договорила свою проповедь. Так, следующий, пожалуйста. Я по одному вас стреляю. Ты там идешь? Чё встал-то? Ай. О, молодец. Оживился. Я, блин, забыл, что у меня это... Что я щит. Не включен. Следующий. Ой, сзади, блин, ничего себе вы тут. Сейчас всех порублю. Вот и всех порубил. Сколько нам там нам не хватает? Еще 600. Не хватает. Не хватает еще 600. Так, где мне их взять-то? Я пищу, не хватает. Так, нет, ты. Подожди, а что мне тут щит пропустил-то? Чё-то я не понял. Физически же стол этих. Нормуль. Так, еще вопросы. А как мне вот здесь тут пройти-то?
С этой стороны не открытий. Не, лучше потом, как мы скоро серия закончится. Ну, типа, закончится. Для вас это будет просто как, ну, тухнущий экран. Так, подожди. От коры уже. Спускайся вниз. Вот она где. Убери свою палец. Да коры, ничего себе тут рубишь. Чё, фу-фу-фу. Перчатки проповедника. Чё-то новенькое. Эй, фу. Ну-ка, подожди, я забыли прочитать-то. Эти женщины прибыли с целью просветить поселение нежити и наставить на путь жертвования. А, понятно. Проповедники такие, да? И конкретно они же говорят, что надо людей вешать. Хороший проповедник. Полезный. Полезный обществу. Так, ладно. Вот здесь нужно еще допрыгнуть, да? Я что-то прыгал в свое время. А он что-то не допрыгивается. Соскальзывает. О, наконец-то. Все. Ржавая монета. Это что у нас такое? Сломайте, чтобы увеличить шансы найти предметы. Это суеверие распространено среди тех, кто потерял свое состояние и надеется его вернуть. Лучше с процентами. Ладно, давай выпьем последнюю чашку. И добьем тебя уже. Все, молодцы. Мусор. Спасибо за мусор. Ты такой полезный, а? Все, отправляемся. В следующей серии пойдем мы на босса третьего. Третий босс будет. Там будет третий босс. Ну-ка, давай, все, давай качаться. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. У меня как сила прокачана. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereign souls. Да, ближе к делу давай, а.
Да, физическая мощь уже на 20 левеле. Что это значит? Так, статус. Так, ладно. Нужен 14 левел. Он очень хорошо морозом будет жахать. В свое время это тоже на такой нагрузке работал. Только здесь еще поглощение при блоке еще более-менее возрастает еще. Расход ОК немножечко будет больше. А, Б, С, Д. Бонус характеристики, я тоже не знаю, что это такое. Что значит бонус характеристики? Ладно. Окей, давайте. Нам нужно что там прокачать? Нам нужно прокачать ладонь. Не ладонь нужно прокачать. Нужно прокачать ладонь. Take nourishment from these sovereignless souls. Нужно прокачать ладонь. Ловкость под названием. 13-й левел. Farewell, Ashen One. Так, надо здесь 14, надо еще один левел прокачать. Нам нужно еще один левел прокачать, ладно. И мы возьмем новый меч. Более лучше. На морозе прокачанный. Все, пошли. Отправиться. Ну куда отправиться, куда? Нужно отправиться. А, еще очень нужно. Подножие высокой стены. Пилигриму сказать, что да, поднимайся там. Твоя помощь потребуется, давай вперед. Так, ладно, ладно, я пойду дальше просто. Мне с вас в любом случае мало дадут. А вот с вас вас нужно убрать. Вас убрать надо бы. Так, где ты? Вот он. Да, поменяю. Пускай там тепло, уютно, тепло, хорошо. Тепло, уютно. Еда есть. Такая тепло. Чем здесь стоять? Ну тут. Хрен знает, сколько времени. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Все, молодцы.